Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 88. Произнесите слова, какими звуками различается каждая пара слов. Кора – гора, сон – сын, куст – кость. Итак, первая пара слов «кора – гора» различается звуками «к», «г». Вторая пара «сон – сын» различается звуками «о», «у». Третья пара «куст» – кость различается парами букв У, О, Т, Ть. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.